Друзья, ну что, мы уже на том футбольном поле, где Семену не будут страшны травмы и родители не будут против, что он играет в футбол. Ну что, давайте для начала расскажу. Вот такое вот футбольное поле, такую арену вы можете построить самостоятельно. Нам для этого понадобилось буквально несколько досок, обычная зеленая ткань, пару друзей, которых не жалко. И сколько часов времени, Жан? И несколько часов времени. Все, поле готово, да, сегодня на стадионе «Динамо» решили укладывать газон, поэтому вот эту футбольную чашу мы называем «Динамо Юни», и сегодня здесь пройдет первый официальный футбольный матч, вы становитесь первыми официальными футбольными зрителями, зрителей много, единственное, что волну пускать не надо, может рухнуть арена. Мне кажется, возле телевизоров наши зрители все-таки могут запускать волну в поддержку нас. И я не понимаю, почему мяч плавно покатился в мою сторону. Мяч уже покатился. Но, как бы, ты играла когда-нибудь в футбол? Нет. Так, Кирилл, ты обычно играешь на фланге. Да. В нападении. Да, вот прям вот так вот. Вот это прям твоя четкая позиция на поле. Да, вот прям так. Отлично. Прям Семен, как часто ты стоишь на воротах? Не очень часто. В защите обычно. Ты понимаешь, что вот в этом случае голкипер — это самая уязвимая часть команды? Я постараюсь отбивать. Не подвести. Да? Тогда да. Смотри, мы с Катей в команде, ты с Кириллом в команде. Да? Начинаем с центра поля. Но давай, Кать, как мы и договаривались, немножко... задача первая. Не забить себе автогол. На центр. Так, на центр. На центр. Опа! Ладно, все, игра пошла. И бей, бей по воротам. Да не в наши. Мы репетируем. Что ты делаешь? Катя, как репетируй? Давай, переводи. Давай, и как Юрий Живнов. Со своей половины. Давай, забивай! Да, автогол! Перепасовочка, вы посмотрите. А мне кажется, ты потрогала кого-то за ногу под, так, под стадионом. Гол! 1-0, друзья, видите? 1-0. Ну, пока Семен играет, я расскажу. Правил здесь особых нет. Пожалуйста, 2-0. 2-0. Мы не развели. Кирилл, а бывает такое, что хочется ругаться на своих сокомандников, да? Частенько. Ну, не в данной ситуации. Да, так, где-то мяч сзади. У нас нет выходов, это главное правило. Пожалуйста, да не в меня. То, оп, по флангу. Передача неплохая. Так. Кирилл, а как часто... отдохнем, подышим, да? Здесь та игра, когда ты можешь стать красным и потерять сознание. Жан, твоя задача — отвлекать их. Давай. Внимание. И бей по воротам. Да, я не ворота. Неплохо. Кирилл, а как часто вот, когда партнер отдает передачу не в попад, что первым делом обычно футболисты выговаривают? Ой, ну, первым делом пытаешься себя успокоить, чтобы не наорать. На кого? На партнера? На партнера, да. Семен, пожалуйста. Я хочу раскрыть небольшой секрет. Мы что, делать такой ситуации? Сидим на ковриках для йоги, да. И очень удобно себя успокаивать. Посмотри, вот сейчас только что Кирилл сделал финт. Неплохо, да? Незапланированный, да. Я бы не посмотрел, почему-то. И, внимание, штанга, друзья, штанга. О, 2-1, сейчас становится 2-1. Я напомню, игра идет до того. Подождите, а носом можно? Конечно. Я напомню, игра идет до того, пока нам не надоест, либо до трех мячей. Пожалуйста. Какой счет? 1. Так, это нельзя. Нет, так нельзя. Ты травмировал нас. Слишком крутые мячи были. Кирилл, обычно ты же играешь ногами, правильно? Ну, стараюсь. В такой футбол ты когда-нибудь играл? Первый раз. А смотри, что там? Да? Ой-ой-ой, 2-2, друзья, 2-2. Кирилл Кивенко забивает свой первый официальный гол на «Динамо Юни». Пожалуйста, мяч с центра поля. Передача, бей, бей! Да, мяч застрял где-то в текстурах. По спинке такой, знаешь, переход. Мяч где-то в текстурах. Семен, как тебе такой футбол, расскажи. Шикарно. Так. Зато не травмоопасный. Да. Нет, но всякое может быть. Мне кажется почему-то, друзья, что здесь можно получить травму. Штанга! Снова штанга спасает нашу с Катей команду. Катя, я понимаю, что Кирилл молодой, перспективный и много зарабатывает, но это не значит, что ему нужно отдавать передачу. Я здесь. Я много зарабатываю. А, нет, ладно, пойдем сюда, пойдем сюда. Я здесь, я здесь. Это тот случай, когда можно помогать себе коленем. Пожалуйста. Ой-ой-ой, опасно. Я переключился в разряд комментаторов, мне кажется, просто. Лови. Почему бы нет? Я в себя хотел. Можно ли здесь в себя? Не скучно ли на воротах, Катя? Пожалуйста.
Друзья, знаете, мне кажется, если вы сделаете сами такое футбольное поле, вы как минимум можете весело провести время с друзьями, да? Поэтому смотрите пин-код. Ну, мы 2-2, счет? 2-2. А, какой сейф! И пошла игра. Видите, мы хотели прощаться, но нет, пошла игра. 2-2. 2-2. Гол на выезде позволяет нам... О, пропустил! А пока Семен пытается совладать со своим... Опа, дыханием. Так, Катя, ты как? Я все. Все? Давай, передача. Пропускай по флангу. Автогол, автогол, давайте. Давайте до последнего. Мне кажется, мы немножко стерли разметку. Гол, а, да, есть, да, друзья, 3-2, 3-2, смотрите пин-код, завтра мы снова с вами увидимся. И научим не только таким штукам. Не только таким, не болейте, пока.